каждый великий день начинается с ночи. Правду китайцы говорят. Привет, друзья! С вами канал wellfix.ru, и сегодня мы сделаем специфический обзор, а именно латексные подушки от партнеров Xiaomi, Xiaomi H8 Pillow Z1. Производством данной подушки занимается компания H8, которая очень хорошо зарекомендовала себя на рынке товаров для сна. Я еще эту коробочку не вскрывал, сделаем это вместе. Ну что, коробочка небольшого размера, намного меньше, чем должна быть подушка, поэтому вскроем ее и посмотрим, что там внутри. Вуаля! Ну, Xiaomi был бы не Xiaomi, если бы не сделал бы внутри еще одну коробку, которая больше похожа на подарочную. Достаем. Вот он, этот славный бонус. Это подушечка. Но эта коробка еще меньше, я не знаю, что там за подушка. Может быть, там детская подушечка? Что ж, открываем. А внутри нас ждет еще одна коробка. Открываем эту супер-мега коробочку и получаем следующее. А здесь у нас находится наволочка из медицинского материала немецкой компании Evalon, которая обеспечивает естественную защиту от аллергенов, хорошо впитывает влагу и является оптимальным решением для людей, страдающих от аллергии на пыль. Полезный, кстати, бонус. Также в комплекте у нас ножик, с помощью которого мы будем вскрывать пакет с подушкой. Так, достаем саму подушку. Она еще и в чехле. Интересно, зачем нужен этот чехол? Неужели эта подушка будет часто переноситься? Я очень сильно сомневаюсь. Да и для того, чтобы ее засунуть обратно в этот чехол, нужны специальные вакуумные пакеты. Знаете, как это делается? Берется специальный вакуумный пакет, засовывается туда подушка, и пылесосом выкачивается весь воздух. Вот тогда эта подушка сможет быть вот такого вот размера. Вскрываем вакуумный пакет и достаем подушку. Да, сейчас она похожа на коврик для прихожей. Что ж, нужно подождать время. Ждем. Пока подушка приходит в себя, расскажу основные характеристики. Размер стандартный 60 на 40 сантиметров, высота 13 сантиметров, вес 1,3 килограмма, изготовленный из натурального малазийского латекса, что является основным преимуществом. Знаете, в чем крут латекс? В первую очередь, это противоаллергенный материал, в нем не заводятся микробы и насекомые. Подушки из латекса повторяют анатомические контуры шейного отдела и эффективно поддерживают позвоночник. В общем, это полноценная ортопедическая подушка. Кстати, нам потребовалось примерно 5 часов для того, чтобы подушка вернула свою форму после вакуумного пакета. Для кого же будет полезна эта подушка? Первое. Для людей, страдающих от нарушения кровотока в шейном отделе и повышенного давления в межпозвоночных дисках. Второе. Для людей, страдающих от мигрени. Третье. Для людей, имеющих хронические заболевания шейным отделом и проблемы с позвоночником. Четвертое. Для храпящих людей. И пятое. Для людей, которые просыпаются с ощущением слабости и головокружениями. Кстати, Xiaomi выпускает подушки двух форм. Это стандартная, которую мы сейчас и рассматриваем. Модель называется Xiaomi 8H Pillow Z1. И контурные, с углублением для головы и валиками с двух сторон разных размеров. Эта модель называется Xiaomi 8H Pillow Z2. Основное отличие этих двух подушек – это форма. Так как я люблю спать на животе, я выбрал для себя модель Z1, и ее я буду тестировать. Расскажу немного о своих ощущениях. На ощупь подушка очень приятная, хотя это не имеет никакого значения, потому что спать вы будете на наволочке. А вот визуально, если присмотреться, то вырезы под вентиляцию имеют некоторые артефакты. То есть вырезаны не идеально. Это, конечно, не является браком, но на картинке Xiaomi представляет все покрасивее. Также, когда я готовился к обзору, я прочитал много комментариев, что при вскрытии эта подушка имеет резкий запах резины. Но, честно говоря, я этого запаха не чувствую. Пахнет достаточно приятно, ну, как и любая новая вещь. Натуральный латекс вообще должен пахнуть сухим молоком. Я не могу сказать, что прям здесь такой запах, на что-то очень похоже. И сомневаться в информации, которая представляет такой гигант, как Xiaomi, у меня нет никаких оснований. Поэтому я думаю, что эта подушка действительно сделана из натурального латекса. Ну что ж, друзья, основную информацию я вам рассказал, теперь ее надо проверить в бою. Я посплю на этой подушке 2-3 дня и расскажу вам свои комментарии. Ну что, друзья, я поспал на этой подушке 3 дня, и что я могу сказать? Первую ночь мне было не совсем комфортно, так как я преимущественно спал на перьевых обычных подушках, и обычно я сплю на животе и иногда складываю даже подушку в 2 раза. С этой подушкой это не выходит, поэтому мне было немножко непривычно и нестандартно.
Когда я спал на спине, было очень удобно, чувствовалось, как поддерживалась шея, и ощущение намного лучше. Со второго дня мне уже стало более комфортно, сон стал более глубокий, о чем мне сказали мои Mi Band 2. Но каких-то особых ощущений я дополнительных не испытал. И не могу сказать, что я выспался как-то лучше, но для этого, мне кажется, нужно просто больше времени. Поэтому от этой подушки у меня остались очень положительные впечатления. Я продолжу на ней спать. И, возможно, в дальнейшем я с вами поделюсь более подробной информацией о том, как мне с ней спится. Друзья, если вам понравились наши подушки со стандартной формой, модель Z1 и контурная подушка модель Z2, вы всегда можете их приобрести в нашем магазине wellfix.ru. Ссылка будет в описании. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пиз, до новых встреч. Ну что, все, записали? Давай, я сегодня очень мало спал, прилягу на пару часиков, разбудите, когда буду нужен. Ты чё, обалдел, что ли?